Всем здорово на канале Сосиски, и сегодня мы будем играть в Рио 2. Да? Мы немножко пропустили очень скучный кусочек с боссом, да? Как там босса звали, по-моему? Огненный мужик. Его звали Огненный мужик. Почему? Почему сразу мужик? А не мужик. Ну, какой был такой. Короче, у нас всегда хорошее настроение, мы начинаем... Играть, да. Короче. Доп задание. Почему доп? Это дополнительное задание, не основное. А, ну. Тут грибы какие-то галлюциногенные растут. Если ты съешь, тебе придет зеленый Санта и подает тебе подарочек. Зеленый. Ну, он там сидит зеленый Санта. Смотри, вот. Значит. Со стрелой его. Он. Выглядишь. Это красиво. Джекпотик. А это дерево рубится. Ты не добро его рубить, по-моему. Я думаю, на мужика упадет дерево, ну ладно. На мужика что-то на него упало особо. Не хочет. Священная вода. Не будем давать ему шанс. Ну, да, не хочу, мне без разницы. Что-то он не особо. И, кстати, как вы помните, в прошлом били лошадь, но мы пропустили маленький кусочек такая просто интересного. Да, папа? Там было просто, если там были, это как в первой части, там были домики обычные, мистер Прыгалик, вот. Эй, а чё он это? Упал. Гудбай. Очки было бы, может. Ну, короче, мужик, нет, те очки вернулись, а вот. Предметы нет. Что-то какое-то очень странное оружие. Или стойка неудачная. Ну, короче, в прошлый раз давай рассказывать, что было за кадром. Ну, о, здесь тоже есть кадамы. Мы. О, ничего. Я думал, в доп. Заданиях нет кадамы. И кстати, у нас есть два задания. Одно задание. Во-первых, мы будем находить. Если мы пропустим кадамов, пишите. Ну, это очень важно, да, папа? Без кадамов мы не сможем пройти игру. Вот что будет, когда, вот видишь, нижняя шкала сознания заполнится? А вот я не знаю. А тебя сбоку снимает, тебя не смущает? Ничего. Пойду мужик, смотри, показываю. Да, и еще ваша главная задача, и для нас будет очень сложный челлендж, это найти кота. Что это? Кота, добавься. Что, как я мы его не добросил, стали что? Называть? О, красавчик сидит. Сейчас подойдем. Так, еще раз голову поверни. Так, очень интересно, может быть... Мы что-то сделаем не так? М? О, нифига. Чё, тебя кто-то увидел? Да, кто-то увидел, непонятно кто. Ну, короче, башмак увидел. А, это... О, мужик, привет. Скоро босс? А, вот есть дополнительный? Нет босса. Дополнительный, то найти нет босса? Меня вот интересует, что дают эти клинки? Там есть какое-то усиление? Ну, там написано какой-то эффект сознания. Сознание, это что значит? Я первый знаю. Если бы я знал ответ на твой вопрос. Да, и мы научились делать вот эти плюхи. Давай показывай руку. Я не могу, все. Она кончилась. Она на один раз, она даже не заряжается. Давай поедим коллекционерные грибы. Ну, как интересно. Грибы едим. Так, а мы оттуда пришли, грибы. Да? Да. Так, туда нельзя, вот туда нельзя. Там жестко, там босс, там дверь, там ничего. Вообще, на самом деле, я первый раз вижу, чтобы на этапе доп. Задания стояли кадамы. Такого раньше не было. А что, не может быть?
Нет, просто не было, и все. А я не говорю, что не может быть, я говорю, что раньше не было. Кстати, за грибы дают очки. Вот он их касается, дает очки. Монеты бестолковые. Почему бестолковые? Это где очки? За этим очки потом можно перековывать эти самые. Ну, вот теперь доспехи. Много и так. Вот смотри, вот с этого вообще стрелы выпали. Не ешь глюционерных грибов много. Тебе не возвышали. Блин, ну клинки странные, короче. Я не покажи им, зрителям. А я пока нечего показывать. Клинки, У них заряжается какой-то эффект. Вот, смотри. Видишь, написано сознание. Ну, если... Вот что будет, когда она зарядится? Узнаем. Если не узнаем, напишут нам, ну, что мы дебилы, не знаем. Шутка. Ладно, куда идем? Че ты по дереву это много раз делаешь? Мужика он сейчас снимал. Давай. Он правда шлеме? Не, я думал... Сейчас, помоги. Вот видишь, он накладывает какой-то эффект. Но вот что за эффект, я не понимаю. Походу. Ну, такие глинки. Не могу сказать, что прям вау. Но можно попробовать. Можно стойку поменять. По-моему, стойка не очень. Ну, почему? Вот напишите, как вам больше стойка идет? Папе лучше вот эту. Как там называется? Это средняя, но можно и нижнюю поставить. Ой, не, нижняя вообще чушь. Ну, короче, напишите, кому больше всего нравится стойка. Подожди, а это... Какой, думаешь, самая неудобная стойка для тебя? Ебона, кочерга, откуда ты тут взялся? У этого вообще выносливость. Ну да, а чё клинки какие-то фиолетовые? Это вот типа клинки юкаев. Юкаев? Странная. Они накладывают какой-то эффект. Я так понимаю, что они... прокачивают мою нижнюю шкалу. Ну, за кадром, если вы знаете, если вам не то, очень так много дыра. Интересно, за кадром папа просто помощников валил босса и позывал классных мужиков. Ничего такого интересного там не было. А локация это были дома. О, котик. Все, все. Ваша задача сделать ему новое имя. Придумать ему. Напишите, то, как его можно назвать. Понимал бы я, где я вообще нахожусь. Кота! Вот Катан. Катан. В следующей серии, когда посмотрим... Галлюциногенные грибы. Ты смешной. В следующей серии сами придумали. Как назвать кота? Ой, Сунчукот, я не люблю видео. Мужик, здорово, чего лежишь? На удивление очень много... Коллекционированные грибы тоже поел. Ну, на удивление очень много воды дают священно. Явно неспроста. Понимаешь. Что такое? Господи, да тебя не видно в кустах. Катан, давай, катан! Катан не нападает на человека. Но он мило. Аниме какое-то уже. Это уже не мило, а аниме. Да не, нормально, аниме. Мне кажется, ты единственный человек, какой застрял на втором боссе. Это, да, было, мы дня пять. Нет, два дня его папа убил его. Жестко там было. Эннела там его звали. Короче, огненный мужик какой сделан из пепла, и у него такая маска огненная такая. Прикольная. Где чувак-то это? А, он в траве лежал. Тут я думаю, что его не заметил. Понятно. Лежал в траве. Так. Опа. Давай начнем. Вот. Что-то какой-то уж больно долгий. А пусть скайтур. Смотри там, кстати. А, нет. Что это там? И может быть мы сможем записывать видео, ну не знаю. Ну, по одному дню или по два. Как получается. Так, а где мужик? Он бежит.
Конечно, Мик. Блин, ну не знаю. Я даже не могу сказать, крутые они или не крутые. Ну, короче. По ним непонятно. Пока сейчас покажу вам один классный прием. Да, ага. Нормально? Пользуйтесь этим. Он сначала не разобрали, что это такое. Нет, это, кстати, между прочим, интересная фишка. Ну да. Мне в целом понравилась вот эта новая приблуда. Посмотри там на создание, уже все. Сознание-то? Да. Так оно уже давно это самое сбросилось. Почему? А, я так понимаю, что эти клинки, они прокачивают вот эту фиолетовую шкалу. Угу. А когда эта шкала заполняется, я могу использовать Юкаю. То есть клинки позволяют постоянно подкачивать силу Юкаю. Довольно неплохая штука. Кстати, еще плод Физалиса дали. Что это за плод? Это моментальная прокачка Юкаю с нуля. Красавчик лежал. А кота у нас бросил. Мне кажется, я уже по кругу хожу. Ну, может быть, да. Ну да, вот начало. А что ты сюда вернулся? А я, видимо, круг сделал. Нам надо к боссу идти. Тут какой-то мастер. Ну, это что-то будет быстро, мы уже в пик, уже в начале серии уже к боссу. Чувак какой-то. Да тут, по-моему, нету босса в этом. Ну почему здесь нету босса? Если, кстати, мы не сможем пройти за одну серию этот уровень, может написать, будет босс здесь? Мне кажется, будет. Во всех локациях был здесь нету. Почему? Ну, есть же не основные задания. Вот это ты прям суровый. А вы пишите, если знаете, конечно. Ну, правда, он для меня не нужен. Погнали наверх. Не знаю, о чем что ты там. Странно, что, почему я нашел только одного этого. Это оно. Ну я же одного нашел. Что это сейчас за звуки такие? Как будто меня кто-то видит. Бомж. Что это такое? Это древо. Амориты? Ну, можно было сказать, а я думал, коллекционер. О, братюни. О, старикашка. Как из Слейна. С ним неудобно драться на этой локации. Их типа много. Вот в этом вся суть. Что за звуки?
увернись, постыдя, что рабы вы, как сказать, влюблены. Вот, вот это объяснение, да? Да. Ты что здесь смотришь? Не могу найти свою чугану. А чугана? Что-то ее нету. Ты что, слепой? Нет. Она насколько зачарована у тебя? Ну, не зачарованная, зато она удобнее. А что ты косу не хочешь? Подожди, сейчас мы дяденьком подготовимся. Мы были не готовы. Нас просто взяли из мором. Ну, это конечно, конечно. Хочу, конечно. Лучше я знал, что там эта гадость будет. Ты должен был готов был к неприятности. Финальный босс. Бабушки, обезьяны, мартышки, демоны, йокаи, мужики. Ну, знаешь, старики. Знаешь, все учесть нельзя. Можно, если будет готовым. А что у нас, кстати? По кадамчикам, да? Да что-то как-то непонятно, что с кадамами здесь. А что это вот это? Где вот это? Закрыто, другое. Не знаю, что это. Я не знаю, ничего не понимаю. Слушай, Базар. Здесь два кадама в этом этапе. Кого? А вон написано на него. А ты один нашел. Нифига, здесь одного мы нашли, кадама. Второго не нашли. Интересно. Ладно, давайте заканчивать. Давайте, всем пока.